Когда я за границей, меня всегда тянет в Россию. Когда я в России, меня всегда тянет домой в Староградскую. Я родился в глубинке, в Сорокабе. Я жил там до 21 года, а после начал переезжать с места на место. В 17 с небольшим я начал заниматься джиу-джитсу, затем боксом. Федор очень опасный соперник. Он легенда. Он лучший боец всех времен. Я собираюсь полностью выложиться. Это борьба моей жизни. Конечно, это борьба двух бойцов, но это еще борьба умов. Для меня это спорт. Самбо, наверное, один из самых удачных видов спорта для смешанных боевых единоборств. Поэтому 17 июня в Петербурге я буду молиться за то, чтобы победил сильнейший. Потому что я верю в свою жизнь и в свою победу. Федор, я иду к тебе. Фабио, добро пожаловать в Россию. Надеюсь, тебе у нас понравится. 17 июня. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. На Матч ТВ.